Прям на... начал сбрасывать и плюнул. Очень хорошо выручает. У нее игра своеобразная, а лопата острая. Вот, и он так пылит хорошо, да, по дну. И, ну, игра у нее, в принципе, реально отличается от бандоса. То есть иногда данная приманка не делает рыбалку. Ладно, попробуем еще раз. Прям вообще прям тык, какой приятный щелчок. А, ну под этот, поддался. Прижим. Опять фиолетовый. Ну уже спиток набили. Без трофеев. Итак, вот он пока лидер этой рыбалки. Фиолетовый Юзури Кристал Минол 130. Фурнитура просто, ну, шикарнейшая, здоровые кольца, петли, воблер не вылетает. Так, следующая дорожка, и вот очередной судачок стоит. Будем сейчас пробовать его забрать. Фиолетовый Юзури. Это читерский воблер, друзья мои, читерский. Причем это по-честному, с ударом. И это хороший. Не маленький. И ты мой фиолетовый дружочек. Так. Так, вот такой фиолетовый, вот такой судак. Юзури Кристал Минол. У меня летом работал вот такой Юзури Кристал Минол 130. Очень хорошо отработал. Фиолетовый я что-то как-то недооценил. Сейчас вот фиолетовый просто косит. Реально косит, приносит рыбу за рыбой. Сейчас попробую вот еще вот такой поставить. Может быть, вообще дело и в цвете. Может быть, просто фиолетовый. Но по-любому мне надо будет еще парочку таких приобрести. Так, заходим на следующую дорожку. Так, начинаем мы с 6 метров. Ну, уже, наверное, поняли, что я под восковольткой. Моя любимая ЛЭП. Старая, заброшенная. Вот, идем посередине. 6,3 глубина где-то. Ну, начинаем где-то отсюда и заканчиваем где-то на 8, там, около 8, скажем так. Основная масса поклевок, конечно, по-моему, происходит у нас там где-то на 7 метрах. Но судак присутствует и здесь. Вот он.
показать, чтобы не отсвечивало. Кристалл Миноу, давайте про него немножко пытаюсь вам рассказать. Если сейчас будет слышно, так как от двигателя постараюсь отвернуться. Значит, его надо подобрать ему, наверное, определенную его проводку, игру, чтобы он сильно не подрывал, потому что он реально очень сильно копает. Нужно регулировать отпуск, чтобы он вот он идет, сейчас вот он раз, задевает. Я даже практически раз его сейчас отпущу еще чуть-чуть. Глубина уже под 7, вот он раз, задевает, все у меня. Если много отпущу, то он будет сильно рыть. Так вот чуть-чуть глубина прибавляется, и мы еще делаем больше отпуска. Скорость 3 километра, где-то так. Вот он чуть-чуть касается, он не роет, он прям, ну как я называют, на цыпочках идет, на мысочках там, еле касаясь дна. Вот здесь стоял судак, как раз я его забрал отсюда. Скорее всего, сом. Побольше сброшу. Уже 7,4. Тут перепады. Ждем поклевку. Где-то здесь он поклевывает. На эхолоте его нету. Осы стоят непонятные, не знаю, судак не судак, не очень похоже, но может быть. Но особи крупные. Поклевка. Вода, кстати, похолодала еще больше. Сейчас уже вода, температура воды 16,3. Вода холодает. Сейчас судачок должен поклевать получше. Вот это вот точно судачок, по идее, должен быть. Сейчас попробуем его забрать. О, здесь судачишки стоят. Вот они, вот эти косы, прикорки. Так, я что-то зацепил. А, нет, все, освободился. На дне очень много мешков. Сейчас вот дойдем до этого места, где-то вот здесь. По идее, должна быть поклевка. Вот он.
Вот он как раз, где я вам показывал, стоит. Там их, кстати, стоит несколько. Но вот не крупные. Этого мы будем отпускать. Пусть растет. Так, а у тебя, наверное, просто плохо дотягивается, да? Так, а здесь что-то какое-то затишье сейчас у нас. Не берет уже ни на фиолетовый, ни на какой. Ну, подтюкивает, но очень осторожно. Возможно, мы его шуганули. Сейчас попробуем съездить, поменять в другое место. И в другом месте половить на те же самые приманки. Так, кого-то по течению взял. Хороший. 5,5 где-то глубина. Да. Если не багр, то да. Ну, не багр. Воблер, черный уголек. Так, так, внимание, внимание. Так, вот такой вот красавец. Эх, зараза, широкий ты. Не надо лезть руками, не надо.